В субботу на юге Кузбасса будет ясно. В воскресенье ожидается пасмурная погода, пройдет дождь. Ветер усилится до 15 метров в секунду. В Прокопьевске в субботу ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 29, плюс 31. В воскресенье ночью плюс 16, плюс 18, днем 22-24 градуса тепла. В Осинниках в субботу ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 28, плюс 30. В воскресенье ночью плюс 16, плюс 18, днем 22-24 градуса выше 0. В Мысках в субботу ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 29, плюс 31. В воскресенье ночью плюс 14, плюс 16, днем 20-22 градуса выше 0. В Междуреченске в субботу ночью плюс 13, плюс 15, днем 29-31 градус тепла. В воскресенье ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 20, плюс 22. В Шерегеше в субботу ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 27, плюс 29. В воскресенье ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21. Гроза. В Новокузнецке 27 июня будет ясно. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 29, плюс 31. Ветер юго-восточный, слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. 28 июня ожидается пасмурная погода с прояснениями. Пройдет дождь. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 21, плюс 23. Ветер юго-западный. Геомагнитное поле Земли спокойное.